Здравствуйте, с вами Дара. Сейчас я вас ознакомлю с лекарственными свойствами такой травы, как пастушья сумка. Для этого я буду использовать материалы книги Алексея Петровича Попова, известного травозная. Его книга называется «Лекарственные растения в народной медицине». Книга издана в 1969 году. Пастушья сумка, другие названия, сумочник пастуший, семейство крестоцветных. С лечебной целью используют траву растения. Широко распространена, как сорняк, растущий по полям, дорогам, около домов и по сорным местам, почти на всем земном шаре. Пастушья сумка – однолетнее или двулетнее растение. Корень у нее веретенообразный, тонкий. Стебель прямостоячий или ветвистый, 50-60 см высотой. Нижние листья собраны в розетку. Цветки белые и мелкие. Плоды небольшие треугольные стручочки, напоминающие собой сумку пастуха, откуда и появилось название растения. Цветет пастушья сумка с апреля до сентября. Собирают траву во время цветения растения. Это растение имеет ценные лечебные свойства. Препараты из него являются вяжущим, кровоостанавливающим при почечных, легочных, маточных и чрезмерных менструальных кровотечениях и мочегонным средством, а также вызывает сокращение мускулатуры матки, регулирует обмен веществ. В научной медицине пастушья сумка в последнее время вполне признана. В аптеках есть готовый препарат из нее в виде жидкого экстракта. В народной медицине это растение используют с давних времен. Оно и до сих пор еще не потеряло в глазах людей своей лечебной ценности, как кровоостанавливающее средство. Как вяжущее средство назначают препараты из пастушьей сумки, особенно свежий сок. По 40 капель сока, разведенного на рюмке водки, применяют при поносах. Вообще во всех случаях эффективнее действует свежий сок из растения. Полезна пастушья сумка и как мочегонная при болезнях почек. Препараты из этого растения эффективны также при кавернах в легких, туберкулезе. Способы применения. Отвар 10 грамм на 200 мл воды. По 1 столовой ложке 3 раза в день. Этот же отвар можно применять и как наружное средство при кровотечениях. Экстракт самодельный. Отвар сгущенный до половины. По 1 чайной ложке 3 раза в день. Сок свежий, наполовину разведенный водой. По 1 столовой ложке или 40-50 капель на ложку воды 3 раза в день. Траву пастушьей сумки вы можете купить в нашем магазине. Ссылку смотрите в описании. Всего доброго!